2003 году при музее создан хор духовной музыки «Светилин». Первым руководителем стала Роза Яковлевна Коломай, а с 2009 года Надежда Аркадьевна Карзина. Хор сохраняет лучшие традиции русской хоровой культуры и достойно представляет музей и Каргополь на разных уровнях. Является своеобразной визитной карточкой города. В 2009 году ему присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». На сцене хор духовной музыки «Светилин». Хвалите Господа с небес. Святую. Авторы: архидиакон Роман Тамберг и иерей Алексей Грачев. Гармонизация игумена Никифора. Солистка Татьяна Малыгина.